Ivan Prividiuc a văzut lumina zilei la 1 februarie 1962 în satul Iablona, raionul Glodeni, localitate situată pe locul unde acum 3000 de ani, conform săpăturilor arheologice, era răspântia vechilor civilizații Tripolie și Cucuteni. O întâmplare din copilărie i-a marcat viața. Ivan avea vreo 10 ani, când împreună cu alți băieți din clasă mergeau după lecții la arheologi și îi ajutau pe Icolea. Atunci a fost martor ocular cum în urma săpăturilor erau găsite rămășițe ale culturii cucuteni. Я обнаружил в этом музее те фигурки, те монеты, которые копали именно в Гладянском районе. Вот эти фигурки, и здесь и написано, это Гладянский район, Петруня, Яблона. Вот эти фигурки мы копали. Потом брали, находили кусочки глины, ножиком вырезали вот эти фигурки. То есть я уже тогда уже был начинающим керамистом. Только я сейчас леплю из глины, а тогда вырезал. То есть тогда была резьба по глине. И, конечно, я не думал в то время, что то, что мы помогали, те монеты, те фигурки, фигурки мать Макеша, мать всей земли, все эти орнаменты, что это на самом деле это наше достояние. Это достояние Молдовы. Imaginele de atunci s-au întipărit în memorie pentru toată viața. Poate de aceea lucrările lui Ivan Prividiuc sunt altfel, se deosebesc prin tehnică, design, ornamente. În raionul Glodeni sunt atestate astăzi mai multe monumente arheologice, așezări și stațiuni de vârstă paleolitică, mezolitică, neolitică, din epoca bronzului până în evul mediu, și 140 de mobile funerare. Salba de nestemate a raionului o completează meșteșugurile populare și folclorul. Până ajungem în atelierul meșterului Ivan Prividiuc, am venit la această terasă unde dumnealui de obicei desfășoară masterclass-urile cu copiii. Bună ziua, bună ziua, maestre! Bună ziua! Bună ziua, tot cu vase frumoase, din ceramică neagră, ce aveți nou? Ceramică neagră? Cu ceară? Мы с вами сегодня проведем эту процедуру. Буду открывать все секреты вам. Арди не рыбдали, сафло, да? Вот, окунаем. Просушиваю и потом еще раз обжигаю. Ну, даю немного, там, до 400 градусов. После 400 градусов уже жиры выгорают в молоке. И вот она получается такого цвета, черная. Tatăl său, Serghei Prividiuc, era un bun tâmplar, iar mama ceramistului era o bună brodeză. Mare pasiunea lui Ivan a fost întotdeauna pictura. Timp de 5 ani a studiat la Universitatea de Arte din Moscova, a pictat, a ilustrat cărți, apoi s-a apropiat de lutul magic, fiind angajat la o întreprindere de ceramică din Chișinău. Были очень опытные гончары, потомственные гончары. 3, 4, 5, 6 поколений. Я с ними работал. Я у них учился всем секретам, всем премудростям. Как с глиной работать, как ее чувствовать. Но я работал как художник, керамист. И гончар сидел за гончарным станком, а я садился напротив. И вот по моему эскизу я подсказывал, какую вазу сделать, какую форму. Потом я уже с этой вазой работал, уже декорировал ее. Потом постепенно я по вечерам, по чуть-чуть пробовал,
Что-то не получалось, на следующий день спрашивал, почему не получается. Пока не попробуешь сам, как это делается, ты не будешь знать. Потому что теория одно, практика совершенно другое. Ну, я работал около 9 лет там. Потом ушел на, как обычно, художники, на свободные хлеба. A început să confecționeze ceramică roșie, iar prin 2008 a mers acasă și acolo a atras atenția la vasele bunicăi. L-au impresionat mult. Oale, pentru sarmale, da, găluși, sarmale. Вот такие, и в один из таких моментов я посмотрел на такой горшочек, и пришла вот идея сделать именно вот черную керамику, молочную. Вот. И так как меня сопровождало вот Триполи Кукутень постоянно, я уже с орнаментами работал. Вот три полоски. Три волнистые – это потоки энергии. Вот полукруги и точки – это дождь. Вот это орнамент плодородия. То есть я немного по-другому, как художник пропустил через себя, немного по-другому сделал. Вот на ручке, вот это знак, это оберег. Но вот этот ромбик – это практически мой самый любимый символ – это у ребенка годовалого на макушке. И если этот символ внутри заполнен, то это считается это плодородие. То есть это мать Макеша дает людям плодородие, засеянное поле. То есть это очень такой знак, много в себя берет. То есть здесь и мать, и оберег, и охрана. Вот тоже интересный символ – это дерево жизни. То есть такая веточки и точки. Это плоды. Был я в музее, и как раз назревал фестиваль «Кукутень». И я решил сделать несколько вещей, несколько ваз для именно этого фестиваля. Ну, вот это одна из первых вазочек. Я начал просматривать литературу, все мои знания, которыми я обладал о Триполи Кукутень, применил и посмотрел еще символы, орнаменты. Ну и вот это одна из первых ваз. Ну у меня и пошло, вот одну вазу сделал, другую, третью. И вот как, вроде как бы в шутку сделал. И вот оно пошло, и у меня получилось таких вазы, около 15-16 штук ваз. Ну я вот пустил символы, это змея. Ну в то время змея считалась это символ семейственности, это символ мудрости. Потому что все-таки Триполи Кукутень это культура. Эту культуру надо знать, эту культуру надо уважать. И вот этот горшок уалы, вот такой есть. То есть характерные ручки, характерные вот такие ручки. Опять же орнамент, то есть это печать времени, то есть змеи, клубки змеи. То есть я вот применил. Вот эта форма тоже трипольская. Но я опять же ее немного изменил, в некоторых местах форма немного по-другому идет, в оригинале она более ровно идет, но я немного поменял. Ivan Prividiuc participă la expoziții republicane și internaționale, susține masterclass-uri la târguri de Olărit. Din 2009 este membru al Uniunii Meșterilor Populari din Moldova. Ceramica de marca Ivan Prividiuc se află în colecții private din Israel, România, Japonia, Germania, Ucraina, Moldova. Ivan, dar cum a apărut această roată a olarului, că la dumneavoastră este cea mai interesantă? Este din lemn și lucrați
Cu piciorul? Ну, у меня был для мастер-классов маленький станок. Я ездил на электрический маленький станок на мастер-классы. Но пришло время, что мне стал уже неинтересен этот станок пластмассовый, электрический. Я преушор. Да, да, да. Я нашел чертежи вот такого старого станка. Но он не такой старый, это разработка 50-х годов, это английский керамист придумал. Но он придумал не сам станок, он придумал вот эту педаль. Принцип тот же, но педаль, я могу регулировать скорость. И мульт мой ушел, и легче да, работает. Да. Я сделал чертежи. Чертежи, конечно же, неправильные. Пришлось чертежи переделывать под себя. Все. Вес круга. Вот, кажется, он небольшой, но он весит 40 килограмм. Și a început activitatea într-un garaj, dar cu timpul a reușit să cumpere o căsuță în apropiere de oraș și aici are suficient spațiu de creație. Этим летом было очень много мастер-классов. Вот люди переезжают. Люди приезжают на даже просто керамику посмотреть на полчаса, задерживаются на полтора, на два часа. Atât de savuros și-a descris procesul de creație a ceramicii negre scăldate în lapte, încât am hotărât să ne implicăm și noi în confecționarea unui obiect, dar așa ca să trecem prin toate etapele creației. Lutul moale și ascultător a început să prindă forme în mâinile noastre. Deprins să ghideze și să lămurească vizitatorilor fiecare mișcare pentru modelarea vaselor, Ivan Prividiuc ne-a oferit și nouă o adevărată lecție de olărit. Până ulciorul crud se va zvânta, am intrat în sala unde sunt cuptoarele. Печка остыла, можно уже даже без перчаток так руками брать, там сейчас 30 градусов. Но вот это традиционный кувшин молдавский, бурлой. Узкое горло для чего придумывали? Чтобы, когда он открытый, чтобы вино не окислялось. То есть очень мало окисления. Ну что, попробуем вместе с вами молочить его? Да, да, цим. Так, цими. Так, молоко домашнее должно быть. Понял, лапти, дикар. Ну да, я могу сразу налить на него. Да, на унтру? На унтру. Доамне, че бае де лапти. Бае, да. Ну вот так вот надо внутри. Лапти, да, и что эти бурлуили, то эти валили, то эти... Ну вот надо в течение 15 минут, вот тебе стаканчик, и надо вот поливать его вот так. Ce, asta ce înseamnă? Că el se îmbibă cu lapte, se îmbibă? Da. Вот чувствуешь запах молока? Da. Лапте проаспăt. Кто у нас в молоке купался? Numai cu coanele. Numai cu coanele, ca să fie frumoase. Вот надо раз с разных сторон. Вот оно вот аж такие пузырьки идут, вот оно впитывается. Вот даже по звуку чувствуется, в поры впитывается молоко. Aici am aflat că prima ardere a vaselor de lut se face la temperatura de 1030 de grade. Apoi scufundăm vasul în lapte, de dorit ca acesta să fie de casă. După ce se îmbibă bine, îl mai dăm o dată în cuptor, iar după 2-3 arderi, vasele se ung cu un amestec de rășină și ceară de albin. Крутятся на гончарном. Вот эти плоские, это из форм. Значит, такая форма заливается вот глиной. Вот такая глина. Барботина, адика муаре. Барботина. Форма наливается полностью. И видно, когда бортик, то есть гипс в себя втягивает шликер, барботину втягивает, и коагулируется. И я вижу стенка 5 миллиметров, я сливаю, выливаю шликер, и через сутки глина начинает отлипать от самой формы. Гипс втягивает влагу, отлипает.
Toate schițele, formele și modelele sunt create de meșter. După prelucrare și ornamentarea lor, vasele trec prin aceleași arderi și băi de lapte. Ornamentele de culoare închisă de pe vasele de lut sunt desenate cu glazură specială. Noi nu suntem pictori, dar să desenăm ne place. Vreau să spun că atunci când orășenii se satură de viața aceea atât de încărcată, emoțional, psihologic, atunci trebuie să aibă măcar o oră, două, trei sau o zi de relaxare într-un atelier de ceramică unde să poată lucra cu lutul, să poată picta, să poată comunica cu rădăcinile, practic. Ручная работа это не значит плохо, это должно быть свободно. Доступно, красиво, чтобы было понятно. С улыбкой, всем. Не с улыбкой. Как я, быстро. Ну, ты сосредоточилась. Да, ну, да. Если взять вот эти первые, где вот первые, да. И да. Уже тут сделала тонко, да. Это прогресс. Ei, după atâta muncă creativă, meșterul ne-a propus o pauză de cafea. A preparat unui bric, dar a turnat-o în cești din sticlă și în ceșcuțe din ceramică neagră scăldată în lapte, ca să vedem diferența. Для эксперимента нерастворимый кофе взял. Особенно чувствуется, когда растворимый наливаешь в молочную керамику, он приобретает вкус заварного. Ну, это тоже будет. Я заварил натуральный кофе, и вы тоже попробуйте вот натуральный, и он даже и натуральный меняется все равно. Серджио, încearcă să vezi dacă вы попробуйте сначала с. Dacă e altfel cafeaua. Вы попробуйте сначала с этого. Да. Вот это стеклянный. Со стеклянного. De obicei tot servesc din cafea din ceșcuțe de sticlă și da. Dacă e gustoasă. То есть кофе как кофе, хороший кофе. Да, арома. Сейчас попробуйте с этой чашечки. Altgust. Altgust. Altgust, exact. Аромат, и аша мая. Крепче. Да. Это еще фокус не завершен. А сейчас попробуйте этот с чашки. Ну, мой врел. Уже не кофе. Пропонс экспериментации днюастра, фенка инкредибел, дар густул кафели есть к тоту алтфел дин асемене чешкоте. Кум есть кафе один асемене чешкоте? Ещё май концентраты, май ароматы. Cel mai mare examen pentru ceramiști, dar și pentru toți meșterii populari, sunt expo-târgurile. Maria sa, cumpărătorul, examinează, cântărește, se interesează și dacă se convinge, mai vine și a doua oară, ba cu toți prietenii, rudele și oaspeții de peste hotare. Ivan Previdiuc este unul dintre puținii meșteri populari din țară care face obiecte din ceramică cu lapte. Astfel, laptele, în funcție de conținutul de grăsime pe care îl are, schimbă culoarea ceramicii în cafeniu închis sau negru, fiecare obiect fiind autentic, cu simboluri bune. La cea de-a 30-a ediție a Bâlciului Olarilor de la Iurceni, Ivan Previdiuc a uimit vizitatorii prin colecția de vase din ceramică neagră și prin oalele și găbănoasele împletite cu sârmă. У нас, конечно, Юрчен – это показатель. В этом году вы были, мы с вами общались, вы снимали. Людей было очень много. И я называю наших гостей в Юрченах «наши люди», потому что они приезжали не шашлык кушать, они приезжали купить керамику, познакомиться с мастерами,
купить настоящие керамические молдавские изделия. Валы, бурлуи, фарфория. То есть у нас в этом году было около 30 человек, около 30 мастеров. Представили очень много интересных изделий. Все мастера готовятся к этому фестивалю. Acesta dumneavoastră l-ați reprodus după unul vechi. Este al dumneavoastră, da? I-ați pus sârmă și așa să-l vindeți? De ce? Ну, я повторил вот эти. Да. Я когда видел вот такой горшок, ну, я их давно видел, но в очередной раз, когда я приехал и попробовал сделать вот эти наплывы, вот как на этом, да, сделал вот эти наплывы, чтобы, ну, совпадало где-то. Вот, и уже дал вот эту проволоку. Вот этот хотели купить. Раза три в Юрченах хотели купить. И эти даже купили несколько вот с проволокой, покупают, да. Вот, но проволока, тут определенная вязка, определенный рисунок. Вот этот горшок, он с трещинами. Он имеет три трещины внутри. Но за счет проволоки он им пользовались. Он в печи сармали не вывалились, а остались тут. То есть проволока служила, и когда горшок треснул, не вываливалось. И когда возили их... Ну, сосед там брал или куда-то перевозили. И когда вот они стучали, а сама проволока как амортизатор. Ceramistul Ivan Previdiuc este astăzi unul dintre cei mai activi în Republica Moldova. L-ați observat probabil la toate evenimentele culturale care au loc în muzeu, în centrele raionale sau oriunde în altă parte. Este un ceramist care are atâta pasiune pentru ceramică încât o poate transmite și în procesul creării sau modelării lutului și în procesul discuției lui cu publicul vizitator. Această febrilitate cu care lucrează în prezent, cred că se datorează faptului că a ajuns la o maturitate a cunoașterii domeniului și a stăpânirii ceramicii, pentru că acest domeniu are foarte multe taine. Iar fiecare dintre olari dibuiește, prin ani buni de experiență, anumite taine dintre cele multe. Uite că Ivan Previdiuc, datorită acestei sârguințe a lui de meșter neobosit, a reușit să descopere ceea ce alții nu au apucat încă. Ceramica lui este foarte personalizată. Este o ceramică care arată câte puțin din ceea ce trăiește sau din ceea ce gândește însăși meșterul. Uitați-vă cu luare aminte la liniile undulatorii cu care ornează aceste vase. Sunt parte din respirația lui. În felul acesta, dânsul imprimă personalitate vaselor de lut. Are foarte multe căutări și în domeniul formelor, și în domeniul ornamenticii, dar și în cel al tehnicilor. Tehnicilor care, în ultimă instanță, dau noutate obiectului propriu-zis. Încercați să gustați, să mâncați din vasele produse de el și o să descoperiți noi savori ale acelorași bucate sau ale acelorași băuturi. Sunt tainele despre care vă vorbeam că le-a descoperit ceramistul Ivan Previdiuc.
Despre Ivan Previdiuc se mai spune că e un om foarte creativ. Creația pentru el e o căutare continuă, fie în cărți, în muzee, la târguri sau la el în sat, la Iablona Glodeni, pe unde cândva au dăinuit culturile vechilor civilizații.